Только за прошедшие два месяца этого года уссурийские подростки приступили закон 21 раз. В сравнении с прошлым годом в округе эта цифра уменьшилась на треть. Ранее судимыми несовершеннолетними, которые вновь совершили преступление, такая цифра тоже уменьшилась с 7 человек в прошлом году до 3 человек. Чаще всего преступления связаны с кражами. И происходит это в школах и учебных заведениях. Самыми популярными объектами краж остаются мобильные телефоны. Особенно страдают этим учреждения начального и среднего профессионального образования. Те учащиеся, которые проживают в городе, мы их называем местными, они нам дают как раз те результаты, о которых не совсем хотелось бы говорить откровенно. Поскольку все правонарушения и преступления, совершаемые нашими учащимися в городе, это только лишь учащиеся, проживающие в городе уссурийские. Органы профилактики сегодня тесно работают со 115 семьями. Они стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Эта цифра стала ниже в сравнении с прошлым годом. Для законных представителей несовершеннолетних появилась возможность бесплатно пройти курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости. Ежеквартально учетные семьи проверяются. Мы выезжаем в семьи, даем какие-то консультативные, методические, педагогические рекомендации. В некоторых случаях материальную помощь. У нас есть центр по работе с семьей, который за счет спонсорских средств выделяет материальную помощь нуждающимся семьям. Помогает асоциальным семьям и госнаркоконтроль. С учащимися проводят встречи и разъяснительные беседы. Но отдельной проблемой до сих пор остается безразличие со стороны родителей к занятости своих детей. Наталья Зайцева, Александр Синельников, Телемикс.